Так, ну что, привет всем создушителям гаража. Короче, нашел у себя по ходу крышка от танка. Сейчас пытаюсь достать. Сейчас я вам покажу, блин, вблизи не знаем, что это такое. Может, не крышка от танка, но очень похоже пока. Весит, блин, не знаю, килограмм 100, а то и больше. Короче, смотрите, вот такая толщина металла. Попробую ее вытянуть, она не поддается, зараза. Металлоискателем нашли. Короче, сейчас попробуем достать. Идет, зараза, за что-то зацепилась. Надо еще подкапывать. Может, в другую сторону попробовать дернуть. Ну-ка. Кто закопался? Ну-ка попробуем в другую сторону. Херушки. Как ее вытянуть? Не хочет никак. Машина, что ли, дернуть? Еще полмашины останется. Фу, ладно. Короче, что-то там держит. Наверное, башня. Вот. Короче, толщина, она, не знаю, сантиметра 4 точно есть. О, будет приоритет. Вот. Нет, не падает. Не хочет, зараза, идти. Надо, наверное, закопать. Туда что-нибудь кинуть, чтобы не падало. Так, ну что, вот, смотрите. Вот такая вот толщина у люка. Также вот такая вот карга нашлась. Вот. Пишите в комментариях, кто знает, от чего это. Броня, блин. Ну что, всем пока.